Какая сумма нужна для того, чтобы запустить магазин на Юзум? Всем привет, меня зовут Марат, и сегодня мы с вами посчитаем, сколько же нужно денег, чтобы запустить свой магазин на Marketplace Юзум. Итак, первый расход – это государственная пошлина за открытие ИП, и составляет она 308 тысяч сум, что эквивалентно $27. Второй расход – это электронная подпись, и составляет этот пункт около $8 вместе с флешкой. Следующий пункт – это закуп товара. Здесь очень осторожно. Не стоит сразу покупать огромную партию товара, потому что вы можете просто с ним остаться. Вы посчитаете, что этот товар будет хорошо продаваться, не сделайте анализ и влипнете с этим товаром. Поэтому первую поставку делайте обязательно маленькую, потому что она позволит вам проанализировать. И только после этого будете закупать большую партию товара. На закуп товара на начальном этапе вы можете потратить около $200. Следующий пункт – это регистрация на Marketplace Юзум, и она составляет 0 сум. Следующий расход – это расходники. Сюда входит упаковка, скотч, зиплок-пакеты, стрейч-пленка и прочие мелочи. И это составит около $10. Следующий пункт – это логистика. Сюда необходимо отнести такие расходы, как поездка за самим товаром, обед, условно, где-то на рынке или в том месте, куда вы едете за товаром. Сюда необходимо отнести доставку на склад. И таким образом, подсчитав, мы можем вывести цифру. $261 нам нужен для того, чтобы зарегистрироваться, закупить товар, небольшую партию, и отправить его на склад, чтобы он поступил в продажу. Но еще раз хочу повториться, что не стоит закупать товар большой партией сразу, потому что вы с ним обязательно ошибетесь. Мы через это проходили. И если вы хотите получить наш опыт, вы можете приобрести наш авторский курс, который вам позволит избежать всех тех ошибок, которые мы делали на старте. Ну а теперь самое интересное. Сколько же можно заработать с этой вложенной суммы? Итак, после подсчетов, используя наши инструменты, используя правильный анализ рынка, анализ ниши, анализ цен конкурентов, мы можем посчитать с вами, что распродав данный товар, мы можем заработать чистыми $196. И если вы считаете, что данное видео было для вас полезным, то поставьте лайк и подпишитесь на нас в YouTube, в Telegram и в Instagram. Всем спасибо.